Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Я думаю, вы все поняли, что мы находимся в экотехнопарке SkyWay и беседуем с хорошим вашим знакомым Юрием Алексеевичем Кощуком. С учетом того, что начинается уже в других краях новая стройка. Подведите небольшие итоги. Чему мы научились за вот эти три года с лишним? Что касается вашей службы. Мы на сегодняшний день построили, реализовали 4 разновидности путевой структуры. 3 типов. Жесткая, полужесткая и гибкая путевая структура. Ну, представлена здесь вот ферменно-струнная эстакада. Это так называемая жесткая путевая структура, предназначена для эксплуатации тяжелых транспортных средств или средств, обеспечивающих скорость передвижения свыше 350 км в час. Для ее реализации мы, в частности, смогли прокачать нашу смесь, заполняющую трубы, используемых в ее конструкциях, на километровом участке. То есть горизонтально уложенная конструкция на километровом участке была прокачана. Провели достаточно большой комплекс мероприятий подготовительных. Это достаточно большой труд в итоге коллектива заустроенной технологии. Мы смогли без чьей-то помощи проложить струны внутри данных конструкций. То есть замкнутая труба, километровый участок, мы смогли спокойно протянуть конструкции, представляющие собой струны, это арматурный канат в частности, и натянуть, закрепить его на анкерных опорах. Вроде как это вот звучит достаточно легко, но чтобы было понятно нашим зрителям, то есть эта работа, опять же, достаточно сложная. И не всякая компания, которая берется, в состоянии довести до конца. Мы с целью реализации нашей путевой структуры смогли это сделать, доказали, что это возможно, разработали методы, повторюсь еще раз, и технологии для того, чтобы это можно было сделать не только здесь, в ВТП, а и в других объектах, там, где мы собираемся реализовать нашу путевую структуру. Это нам позволило определить критические точки какие-то, проблемы, которые могут возникнуть, которые конструктора, разработчики не сразу увидели, проведя вот эти работы. Мы полностью сейчас говорим о том, что уверены, что мы можем построить данный тип путевой структуры на любой точке мира, по сути. Здесь же представлена недалеко от нас полужесткая, так называемая, путевая структура. Здесь тоже мы столкнулись с рядом трудностей при реализации. Мы здесь опробовали в итоге способы крепления струн в бетонной смеси, опять же, то есть не специальными цанговыми зажимами, а на определенном участке просто провели бетонирование струнных элементов и после этого провели их натяжение, то есть замкнули натяжение на саму конструкцию. Это достаточно важный элемент наших будущих, скажем так, конструктивных решений. В этой же путевой мы реализовали принцип модернизации, то есть для того, чтобы по данной путевой мог проехать хоть более тяжелый транспорт, в частности юнибус вместительный, мы провели небольшую модернизацию, то есть установили дополнительные струнные элементы. Кто у нас был на экофесте или на вот видео, сейчас можно видеть, это канаты, которые находятся снаружи, закреплены специальными элементами. Мы реализовали, проще говоря, принцип возможности применения данных, вернее, улучшения потребительских свойств данных путевой структуры. То есть провели небольшое улучшение, модернизацию, повторюсь еще раз. Что дает возможность клиенту, скажем так, построить небольшими средствами легкую трассу, а потом по мере роста пассажиропотока, допустим, при возникновении какой-то необходимости увеличить пропускную способность, пользуясь опытом, который накоплен нами в экотехнопарке за 3 года, расширить возможности этой линии? Да. Совершенно верно. Мы набираемся опыта еще в эксплуатации. В данном случае мы провели небольшие улучшения по конструктивным элементам, тем же седлам. Мы улучшили параметры, скажем так, прохождения транспортных средств по вот этим вот критическим достаточным узлам. Мы смогли определиться с комфортностью движения по самой путевой, то есть с эксплуатационными характеристиками, уточнить параметры ее. Это имеется в виду скорость движения, масса транспортных средств. Опять же, то есть данная путевая, получается, заложено было в нее достаточно много интересных решений, которые позволили просто, ну, скажем так, расширить ее номенклатуру использования. То есть изначально транспортные средства определенной весовой категории, там, до 4 тонн на нее предполагалось эксплуатировать. Сейчас мы говорим о том, что можем эксплуатировать уже более 6 тонн. Транспортные средства по ней, ну, скажем так, могут ездить. Очень впечатляющее достижение. А про грузовую уже можете что-нибудь рассказать? Я понимаю, это одна из самых последних трасс, тем не менее.
Данная путевая структура предназначена для провоза грузов большого объема. В частности, это юнитранс, то есть непрерывное, ну, скажем так, очень длинномерное транспортное средство. Это юнитрак, который предназначен для сыпучих грузов перевозки. Но может эксплуатироваться и другие типы, ну, транспортных средств перевозки единичных грузов. Здесь, по сути, мы использовали те же приемы, что и использовали для проектирования и реализации эстакады высокоскоростного транспортного комплекса. Просто, скажем так, в исполнении более акцент сделали на прочность данной конструкции с целью обеспечения большого грузоперевозок объема. За это время мы не просто реализовывали наши путевые структуры, мы проводили их опытную эксплуатацию, то есть набирали опыт по снижению того же шума транспортных средств, вернее работы колеса, рельс, пары, по возможности обеспечения ровности путевых структур, по определению качества именно необходимого нам для достижения наших поставленных целей, эксплуатационных характеристик, повторюсь, это долговечность путевой структуры, опять же, ее комфортность проезда, вернее, транспортных средств, обеспечение комфортного проезда пассажиров. Это все, на сегодняшний день все эти работы ведутся по-прежнему. Мы нарабатываем опыт, это дает нам возможность говорить о том, что с уверенностью мы готовы реализовывать наши проекты в других странах с другими, возможно, требованиями по климатологии имеется в виду. То есть это может быть как и жаркие, так и наоборот холодные какие-то регионы, как и наших соседей России, так и Азии, возможно. То есть мы по-прежнему ведем работы по улучшению, и вот эти вот наши путевые структуры на сегодняшний день вносят очень большой вклад, вернее, работа над ними, над улучшением характеристик именно их, вот это, ну, скажем так, наша уверенность в будущее. Юрий Алексеевич, а вот такое совсем недавнее приобретение экотехнопарка, как сверхлегкая трасса или колл-тюбинг, научило ли вас чему-нибудь? Ну, я уже давал по этому поводу разъяснение, то есть данный тип трассы позволяет нам реализовать наши путевые очень с высокой, вернее, степенью технологичности. То есть здесь идет речь о том, что технология сама монтажа путевой структуры резко упрощается. Здесь нету, скажем так, так называемых стыковых швов или соединения путевой структуры из секций. То есть если представленная ранее мной ферма или полужесткая, это все-таки соединение каких-то секций на монтаже, в зависимости от транспортной, скажем так, логистики подвоза их. То есть если автомобильный транспорт, это 12,5 метровый, там 13,700, если там морской железнодорожный, то можно до 25 метров увеличить эти секции. Колл-тюбинг просто мы размотали, это две нитки, вот можно увидеть на фоне неба, практически не видны. А мы пройдемся, посмотрим. Да, то есть достаточно высокий уровень натяжения, простые элементы, которые мы используем в качестве тех же струн, это не канаты, которые достаточно сложные, возможно, в изготовлении там и цене, то есть это обычная проволока, известная с доисторических времен, скажем так, ее получения технологии. Высокопрочная, не скрою, то есть достаточно экзотический материал, но сам по себе как бы проволока есть проволока. То есть очень легкий, очень простой в изготовлении путь для нашего транспорта. И отмечу, опять же, как и говорил ранее, то есть вопрос прокачки той же смеси, а в данном случае мы не просто прокачали, а колл-тюбинг был заполнен практически на все 100% весь его внутренний объем именно вот этими элементами, то есть это очень сложные технологические операции. Мы сумели, не хочу хвастаться, как бы там сказать, что мы мировые лидеры, но мы сумели это сделать. Поздравляю и не просто вас. Протянуть туда именно элементы струнные, но еще и заполнить специальной смесью, для того, чтобы получить именно смесь как определенного типа разработали наши сотрудники, для того, чтобы получить полноценный рельс с заполнением с внутри расположения внутренним, имеется в виду, струнных элементов и рельсовой непосредственно головкой в виде трубы. Спасибо большое, Юрий Алексеевич, очень интересное интервью. Хочу от себя добавить, что мы не только готовы реализовывать эти проекты, но мы уже это делаем. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и даже унылая пора очей очарования для вас заиграет яркими красками, как сегодняшний солнечный день. Строй SkyWay! Спасай планету!